Вот так, весь у нас кролик. Наисвежайший. Молодой. Мясо нежное, мягкое. Сейчас будем мы его готовить, ребятки. А сейчас мы его нарубим и замаринуем. Вот, ребятки, поделили нашего кролика вот на такие порционные кусочки. Мясо очень свежее, очень мягкое и нежное. Бочки тоже оставили. Сейчас будем готовить. Так, ребятки, вот для маринада нам понадобится 3 головки чеснока. У меня вот такой вот круглый. Он, мне кажется, более ароматный. Ну, можно взять любой. Чуть-чуть горчицы. Горчицу тоже на усмотрение. Кто-то любит обычную горчицу, кто-то добавляет зернистую, кто-то вообще не добавляет. Пару кругляшков душистого перца. По желанию паприку копченую, молотую. Черный перец. И соль. Кто, если любит чуть-чуть, чтобы была пряная и острая, можно добавить ложку. Вот на такое количество. Здесь 2-300 мяса ложку. Аджики кавказской. У меня вот, к сожалению, аджика кавказская закончилась, поэтому я сейчас, наверное, добавлю еще острого перчика. Вот, разместили нашего кролика в рукав и в духовку на час. Вот такой вот замечательный сочный кролик. Красота и вкуснота.